лучший папа в мире? Потому что он очень хороший, и я по нему скучаю. Потому что очень позитивный и всегда поддержит. Он хороший и умеет на панино играть. Умный, добрый и просто замечательный. Знаю, что очень любит путешествовать. Любит прежде всего музыку. Редко у кого бывает, что профессия и любимое дело совпадают на 100%. У папы это так. Мой любит гулять с моей кучей. Я буду кататься на самокате, а мой будет со мной бегать. Я желаю много подарков. Вот таких. Я желаю здоровья и чтобы все задуманное получалось. Здоровья. Скажем так, побольше внимания уделять своему здоровью. Чтобы дети радовались, чтобы внучка радовала. Ну и почаще с мамой куда-нибудь выбираться, путешествовать. С днем рождения!